Раз, два, три, начало записи, добрейший вечерочек, ребята, с вами снова я, Майнкрафтер Ферамир. И сегодня в этом видео я бы хотел вам показать переписку мою с таким человеком, как Ян Гордиенко, более известный на ютубе как Ян Го, друг Ивангая, которого, я думаю, тоже вы все прекрасно знаете, и которых я недавно подозревал в том, что они геи и находятся в сексуальных отношениях друг с другом. После этого, после того, как я свое мнение высказал, привел доказательства, Ян Го начал мне открыто угрожать. Не только физически, как видите, из первого сообщения, которое мне написал Ферамир, желаю тебе умереть от рака, твоим родителям сдохнуть от СПИДа. Далее, в нашей переписке, которая получилась достаточно большой, которую я вам сегодня полностью зачитаю, он угрожает мне еще и удалением моего канала, и тем, что я лишусь всех своих подписчиков, и то, что они, ребята, скажут, чтобы их подписчики жаловались на мой канал, чтобы мой канал удалили. Сразу же, я бы хотел сказать, ребята, то, что если вы думаете, что это не настоящая страница Яна Го, я вас спешу в этом переубедить. Сейчас я зайду на его страницу, я могу зайти по его имени, по его аватарке здесь или здесь, где нужно писать сообщение. Вот вы видите, Ян Гордиенко, галочка, 406,5 тысяч подписчиков, видите его страницу, ребят, вы можете найти его ВКонтакте или зайти с его страницы на Ютубе, также на его страничку ВКонтакте. Также вы сразу можете удивитесь, что, может быть, удивитесь, что он у меня в друзьях. Да, 1 августа он мне кинул заявку в друзья. Я, естественно, ее принял, почему бы и нет. И я сразу же захотел написать ему сообщение, перешел с ним в диалог. И что я увидел, ребята, меня очень удивило сразу же. То, что он мне написал, вы видите, вот это первое сообщение 21 июля 2016 года. Как я понимаю, он добавил меня в друзья для того, чтобы я заметил то, что он мне пишет. И я заметил, ребята, это 1 августа 2016 года. Видео, которое я сегодня, ребята, записываю, я записываю 3 августа 2016 года. И я не уверен, буду я вообще выкладывать это видео или нет в сеть, потому что в этой переписке, когда я ее, ребят, вам прочитаю, я прочитаю, ребят, вам полностью, советую досмотреть это видео до конца, когда я ее полностью вам прочитаю. Ян Го говорит, что если я выложу эту переписку в интернет, на YouTube, то он скажет своим подписчикам, чтобы они банили, кидали жалобы на мой канал, чтобы мой канал закрыли. Поэтому я до сих пор сомневаюсь, выкладывать это видео или нет. Я хочу подумать еще до завтра, до 4 августа, если я все-таки решу выложить это видео, то я выложу его в интернет. Даже несмотря на то, что у меня нет никаких оснований не верить Ян Го, я думаю, что он не врет, говорят, что он своим подписчикам будет говорить, чтобы мой канал удалили. У него, ребят, все-таки больше подписчиков, чем у меня, больше полутора миллионов. Но также он написал мне то, что Ивангай ему поможет тоже, чтобы удалить мой канал. И тогда в сумме у них получается больше 10 миллионов подписчиков. И, естественно, я уверен, у них это получится, если они это сделают. Поэтому перед тем, как я начну читать это видео, ребят, вы уже увидели, я много вкладок открыл. И открою еще, ребята, вам одну вкладку, даже две могу вам вкладки открыть. То, что это его настоящая страничка с галочкой, то, что он у меня в друзьях, то, что у него столько много подписчиков, больше, чем у меня. Если мое видео все-таки удалят, а я думаю, что так оно и произойдет, а может быть удалят и мой канал, то я вас, ребята, прошу распространять это видео всем, вашим знакомым, друзьям, близким, кидайте им ссылку на это видео во ВКонтакте, показывайте это видео им лично, показывайте своим друзьям и знакомым, потому что я хочу, чтобы эта правда дошла не только до моих подписчиков, но и до подписчиков Ян Го и Ивангая, потому что в этой переписке вы также узнаете то, что они очень сильно унизительно говорят о своих же подписчиках, говорят то, что они глупые, то, что они ими манипулируют, и то, что они помогают зарабатывать им только деньги. Сегодня вы в этом всем убедитесь, если сомневаетесь в том, что я говорю неправду, вы сегодня сами все увидите это собственными глазами. Так что перед тем, как я, ребят, начну читать, пожалуйста, распространите это видео своим друзьям, чтобы правда все-таки дошла до адресата, до вас, моих зрителей, зрителей Ян Го и зрителей Ивангая, чтобы вы все-таки знали правду. Даже ценой моей жертвы. Чтобы моя жертва, ребят, не оказалась напрасной, если мой канал, мое видео, ребят, удалят, и никто так правды не узнает, как это мне писал Ян Го, угрожая мне удалением канала. Но начну читать, ребята. Приятного просмотра и слушайте. Ферамир, желаю тебе умереть от рака, а твоим родителям сдохнуть от СПИДа. 1
августа, то есть чуть больше, чем через неделю, я заметил это сообщение после того, как он добавил меня в друзья, я решил с ним попереписываться. Я специально оставил его в друзьях до сих пор, чтобы вы мне, ребят, поверили, то что да, он у меня в друзьях. Только сейчас увидел, что ты писал «Здравствуй». Что я тебе такого сделал за такие слова? Откуда такая ненависть? Даже если вдруг насчет тебя, Иван, я оказался неправ, то при чем здесь мои родители? Тебе-то они чего плохого сделали? На что мне Янго дальше отвечает. В этом своем сообщении я также процитировал его сообщение выше, как вы видели. А мне похуй, что твои родители здесь ни при чем. Просто за то, что они твои родители, они уже заслуживают смерти. Он подчеркнул слово «твои родители». Хочу, чтобы твоя жизнь превратилась в настоящий ад. После того, как мы с тебя с Ваней смешаем с дерьмом, ты сам будешь больше сдохнуть хотеть, чем жить дальше. Поверь мне, это мы с ним сможем организовать, и ждать тебе долго не придется, многоточие. На что я ему отвечаю. Если я был неправ насчет тебя и Вани, то почему ты не можешь по-человечески убедить меня в обратном? Я сам принесу свои самые глубочайшие изменения и прошу прощения перед своими подписчиками, что был неправ. Зачем сразу начинать угрожать? Он мне отвечает, хоть ты по сути ничего ни мне, ни Ване так и не сделал. Верят весь Ютуб все равно не тебе, а мне и Ване. Мне просто доставит удовольствие уничтожить тебя и твой канал просто потому, что мне это нравится. И вот такая вот улыбочка, видимо, в смысле злорадной ухмылки ее Янго решил использовать. Тем более ты и так теряешь сейчас подписчиков, ведь я прав, не так ли? Он меня спрашивает. Да, я сейчас, ребята, вам скажу, это реально так, я это признаю. Вот мой канал на сайте Social Blade, статистика Ютуба. Да, после того, как я начал приводить свои доказательства о своем мнении, что Иванга и Янго геи, находятся в сексуальных отношениях, от меня стали отписываться люди, вот видите, от 100 человек в день до более чем 3000 человек в день от меня отписываются. Я знаю, на какую жертву и потери я иду, я это признаю, и я боюсь, что я пойду еще на большие потери, когда Янго и Вангай открыто против меня выстоят и скажут, что я не прав, и чтобы мне забанили канал, тогда я лишусь сразу всех своих подписчиков. Но я, ребят, должен вам сказать правду, все равно, несмотря ни на что. Я надеюсь, ребят, то, что вы распространите это видео. Да я читаю дальше. Тем более ты, вот, и так теряешь своих подписчиков, это я уже читал. И это все знают, даже не только мы, нормальные ютуберы, как я и Ваня, но даже наши с Ваней почти 9 миллионов, внимание, тупых подписчиков. Я цитирую Янго, как вы видите. Которые верят каждому нашему слову, которое бы мы не сказали им. Миллионам дурачков, которыми мы можем управлять, сказав им всего одно слово, можем закрыть твой канал за день, или тебя просто никто не будет смотреть, если мы так им скажем, выбирай, что тебе больше нравится. А хочешь самое веселое, долбоеб? Он меня спрашивает. Ирония в том, что ты был прав. Да, мы с Ваней и правда любим друг друга, и да, Ивангай гей, как ты сам говорил. К слову, я тоже не совсем традиционной ориентации. Я цитирую Янго. Еще раз хочу заметить, ребята, я сейчас открою его страницу. Вот видите, две вкладки сейчас прогружаются. Открываю его страницу с галочкой. Еще раз, ребята, это подчеркивает, что это его настоящая страница. Это не фейк, как многие реально, я думаю, будут писать после того, как я выпущу этот ролик. Итак, идем дальше. Традиционная ориентация, как пишет Янго, она так в честь традиции называется, потому что традиции сейчас чтят только такие умственно отсталые, как ты, Ферамир, твои подписчики, и я даже не побоюсь этого слова, наши подписчики тоже, потому что они такие же безмозглые болванчики, которыми, на мою радость, так просто манипулировать. Может, ты сейчас думаешь, что я проболтался, и та информация, которую я сейчас тебе написал, может как-то навредить мне, если через тебя попадет в неправильные руки? Не думай, что я настолько глуп, потому что я гей. Мне не нравятся такие пренебрежения с секс-меньшинствами. Я сразу же хотел бы, ребят, подчеркнуть то, что он реально сейчас написал то, что он не традиционной ориентации, то, что Иванга не традиционной ориентации, и то, что они находятся в интимных отношениях друг с другом и любят друг друга. Но сегодня видео даже скорее не об этом. Я не поднимаю сегодня тему их отношений. Сегодня оставим это в стороне. Хоть я и выступаю против этого, потому что мне не нравится это. И читаем дальше.
Я бы никогда не стал выставлять, я пишу ему, отвечаю, на публичное обозрение личную переписку, даже если бы это было бы мне выгодно. Я считаю, что конфиденциальность переписки между людьми – это право каждого человека, и я бы никогда не стал его нарушать. Но ты мне сейчас открыто угрожаешь, и не просто физическими угрозами, а угрожаешь удалить мой канал. Самое ценное, что у меня есть, мое творчество, и самое главное, угрожаешь мне потерей моих же подписчиков, которые для меня как моя семья. Честно говоря, такого я не мог даже в страшном сне о тебе подумать, что ты настолько беспричинный злой человек. Я могу понять еще твою ненависть ко мне, моим родителям, но почему ты так унизительно отзываешься о своих же и ивангаевских подписчиков, считая их глупыми, и что у них не может быть собственного мнения? Я его спрашиваю. Сразу, ребята, хотел бы прокомментировать. Я и правда считаю, что каждый человек имеет конфиденциальность, право на конфиденциальность переписки, но... Человек не имеет права угрожать другому человеку. И в данной ситуации я оказался просто в тупике. И только поделившись этой записью с вами, я могу донести до вас правду. Поэтому мне придется пренебречь этим правом Янго на личную переписку. И уж точно никакой выгоды из этого я не получаю, потому что я рискую сейчас потерять свой канал, то что его удалят. Подписчики Янго, то, что они, Янго и Вангай, им скажут, они реально, я уверен, сделают. Удалят мой канал или просто отпишутся от меня и уйдут к Янго и Ивангаю, как, опять-таки, Янго писал выше. И последнее, то, что мне написал Янго, последние несколько сообщений. На них я уже, ребят, не отвечал, потому что на этом моя чаша терпения переполнилась, и я не видел смысла отвечать ему дальше. «Мне похуй на их мнение», цитирую Янго, «прошу, ребят, прощения на мат, но я должен, ребят, передать полностью вам смысл, полностью прочитать один в один». Потому что у них его просто нет. Они сборище таких же дебилов, как ты. Это Янго пишет о мнении своих же подписчиков, своих фанатов, больше 1,5 миллиона человек. Единственное, почему я их ценю, это, естественно, деньги, которые они мне приносят, и на которые я могу ни в чем себе не отказывать всю жизнь и жить как король. В отличие от тебя, тем более, он подчеркивает, в отличие от моих нищих подписчиков, которые всю жизнь обречены прожить в бедности, смотря наши с вами видео и делая нас еще богаче, пишет Янго. Не правда ли незабавная ирония? Миллионы подписчиков, которые мне и Ване приносят миллионы рублей, а мы об них вытираем ноги и еще имеем возможность ими управлять в любом виде, в котором нам будет угодно. Здесь он, видимо, смеется. И последнее его сообщение. И напоследок, чтобы закончить, подвести итог нашей беседы, это, ребят, наверное, самая интересная часть. Последнее, то, что он мне написал. Если ты вдруг вздумаешь выкладывать эту переписку в сеть, ты сделаешь только себе хуже и быстрее сам себя же и уничтожишь. Еще не понял, как? Дебилоид, он меня спрашивает. Даже если эту переписку кто-то, кроме нас, с тобой увидит, тебе все равно никто не поверит. А если мы еще с Ваней в своих роликах придумаем что-нибудь про тебя сказать, от тебя еще и все отпишутся. Мы просто скажем, что это фотошоп переписки и такие скриншоты может сделать любой школьник так, что удачно тебе сдохнуть, Ферамир. А точнее даже лучше, ты потеряешь все свои 1,5 миллиона подписчиков, и мы их заберем себе. Я же правильно посчитал, если сложить твоих подписчиков, подписчиков Ани, то будет как раз 10 миллионов и бриллиантовая кнопочка. Неплохой будет ему подарок, верно? Я тоже так думаю, и она будет нам всем напоминать о твоем поражении. И я хочу подтвердить, да, во-первых, если сложить мои 1,5 миллиона подписчиков, почти 9 миллионов подписчиков, Ивангай реально будет 10 миллионов подписчиков, и подарок Ивангаю как бриллиантовая кнопка. А во-вторых, я хочу заметить, ребята, то, что одного Янго не учел. Он написал то, что я сделал скриншоты переписки, и что кто угодно их может подделать. Но, ребят, я считаю, что все-таки видео, ребят, не подделаешь. Я еще раз хочу сделать акцент на то, что это его настоящая страница. Я сейчас открываю их вкладочки. Увидите, как они, ребят, прогружаются у меня в браузере. Да, это его страница с галочкой. Может быть, он такого не учитывает. А может быть, он просто слишком самонадеянный и думает то, что мне все равно никто не поверит. Но я, ребята, больше вам доказательств, кроме этих, привести не могу. Я прочитал вам то, что он мне написал, как он относится к своим подписчикам, как он относится ко мне. Как он относится ко мне, ребят, мне все равно. Но как он относится к своим подписчикам, это, ребят, реально ужасно. И как я понял, Ивангай относится к своим подписчикам также, потому что если они встречаются друг с другом, записывают практически все ролики вместе, то значит, что Ивангай его поддерживает. Я же правильно, ребят, рассуждаю? Я думаю, что да. Но мне кажется неправильным то, что говорит Янго, так обзывая и
говорят, что у его подписчиков нет мнения, и нужны они ему только ради денег. Мне кажется, ребята, это неправильным. Поэтому я еще раз, ребята, вас прошу, распространите это видео, потому что, возможно, уже мое видео удалено с Ютуба, и вы уже не можете его посмотреть на моем канале, но, может быть, хотя бы вы это сможете посмотреть у своих друзей, которые будут делиться этим видео, призывая его в ВКонтакте, распространяя его всем своим знакомым. Может быть, хотя бы так это видео дойдет до конечного своего адресата, до моих подписчиков и подписчиков Янго и Вангая, чтобы вы, ребят, узнали, кто же они есть на самом деле. Я до сих пор, ребят, сомневаюсь, стоит ли мне это видео заливать на YouTube, потому что я все-таки... Я люблю своих подписчиков, я не хотел бы их терять. Но еще больше, ребята, у меня... Моя любовь к моим подписчикам заставляет мне сказать им правду. Даже несмотря на то, что я могу всего лишиться своего канала, все равно, ребята, своим каналом я обязан только вам, ребят, кто все это время меня смотрел, подписывался на мой канал, ставил лайки, кто писал комментарии. Я, ребят, обязан вам, так что даже если я все потеряю, все равно, ребята, это все ваша заслуга, и я хотя бы буду знать, что у меня чистая совесть, и то, что я вам сказал правду. А будете вы мне верить или нет, будете вы это видео распространять или нет, это уже решать вам, друзья. Я то, что мог, сделал, так что теперь я рассчитываю только на вас, и то, что вы меня поддержите, и то, что сможете помочь мне это видео показать вашим друзьям, и чтобы они все знали, каков же на самом деле Янгу и Вангай, и что они думают о своих подписчиках. Это, ребят, все, что я хотел в этом видео сказать, и надеюсь, у меня хватит смелости загрузить это видео. Да, я думаю, я его загружу, потому что... Я просто не смогу дальше делать ролики, зная то, что я вам об этом не досказал. Ну и надеюсь, то, что я сделаю это не просто так. Возможно, лишусь своего канала, своих подписчиков. Мне никто не будет верить, потому что мне не повезло лицом, ребята. Я не такой красавчик, как Янго и Вангай, которые такие смазливые мальчики, геи, к тому же, как сам Янго сказал. И я не такой красавчик. Видимо, из моей внешности люди мне не верят, потому что я не такой прекрасный на вид. Ну, хотя бы надеюсь, то, что если вам так омерзительно мое лицо, что вы мне не верите, вы хотя бы поверите словам, которые написал сам Янгу и которые я вам сегодня прочитал. На этом, ребят, я заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. И распространите, пожалуйста, это видео по сети. Пишите комментарии, что об этом думаете, ставьте лайки, дизлайки, делитесь видео. На этом, ребят, я заканчиваю. С вами был Ферамир. Может быть, это мое последнее видео, и мой канал удалят. Я надеюсь, что нет. Но еще больше надеюсь, что люди хотя бы узнают правду об этих двух людях. Всем спасибо за просмотр, всем пока, и добрейшего вечерочка всем, друзья. Пока.